Всем привет! Вы на канале про машины, но сегодня немного не про машины. Сегодня приехал в Москву. Вот дом. В этом доме я прожил 4 года. Жил в Москве. Было клево тут вообще. И на самом деле здесь очень клево. Москвой надо проникнуться, так же как и Питер. Вот. Сейчас немного покажу пруд. Раньше этот пруд был, ну, такой загаженный слегка. Необлагороженный. В общем, сейчас увидите, что с ним стало. Это очень круто. Очень. Господа, вот такой пруд. Но это еще только его начало. В общем, здесь раньше была дорожка. Ну, обычная, там, отсевом сделана. А сейчас тут вот так. Вот, видите, плитка. Все обложено. Двигаемся дальше. Ну, почти к концу пруда подошли. Вот там вот сделали лодочную станцию. Не знаю, видно, нет. Да, вот там. Вот там. Все облагородили. Здесь вот эта вот стена. Она просто обваливалась. Вся, все камни разваливались. Сверху вообще ничего не было. Вот сделали сейчас такую крутую. Я даже не знаю, как это. Площадочку такую обзорную, что ли. В общем, супер все. Вода, кстати, в этом пруду очень чистая. А вот там за моей спиной, вот там, там сделали такую детскую зону, детскую площадку большую. А на самом деле там вот раньше была просто трава и стояли несколько там турник, брусья и все. Ну, как бы ребята туда ходили тренироваться, но никакой детской площадки не было. Ну вот сейчас сделали и, блин, ну круто же, ну согласитесь. Детская площадка, лодочки, с детьми кайфово отдыхать. Пришел, погулял, можно даже позагорать. Кстати, люди загорают, ну, на таких комнатах. И вот там вот за спиной тоже. Вот там, вот так вот. Ребятушки, ребята, сейчас, короче, поедем прокатимся на Кодиаке 1.4 полный привод. Решил зайти, почему бы нет, прокатимся, узнаем, что это за зверек. Угу. Вот он выезжает, Кодиак. Жалко, что нету дизеля, дизельной версии на тесте. Блин, хотелось бы, конечно, дизель, но и 1.4, думаю, тоже сойдет. Тем более полный привод, ребятушки, полный привод на 1.4. Раньше это 1.4, тот же самый, который идет на Октавии, да, или нет? Или это еще более доработанный? Ну, сколько здесь? Тут коробка другая. Здесь 7-ступенчатый, мокрый ДСГ, да? Новый. Дизель, соответственно, такие 500 идет. Вся рассчитана 600 Нм, такая же, вот эта ТТР останется. А в 1.4 ТТП 250 такая же стоит там в Октавию РС, полноприводная, скауты. Не, ну блин, на... метров, ну, просто он рассчитан на 350. Вот машина, машина такого веса, блин, ну ДСГ выручает ее, прям едет очень-очень легко. 10 секунд, кстати, там с ними, с корейцами. Там, ну блин, ну корейцы секунд 12, наверное, будет. Сейчас. Ну, с 20, да, вот тапок. Ну, немного затоп, думаю. Это она только до третьей. Ну да, кстати, она бы... Я не знаю, мне кажется, предыдущее поколение ДСГ 7-ступенчатое, она бы уже на пятый, наверное, ехала, даже если тапок в пол давит. Так, направо. Блин, жаль, что сейчас не зима. Ну, полный привод, я не... Не, ну я несомненно уверен в том, что он безупречно работает. Ну, в обычном положении, я... соответственно, 95 на перед, 5 назад. Я вот сейчас на Q7 просто поездил, ну, у родственника, в первом кузове, на дизельном. Здесь налево. Ага, и... А этот кондер можно, ну, вентилятор, да, просто, да, да, просто потише сделать, да, чтобы это... Жаркий, да? Да, да, да. Третий ряд нужно, люк. Ну, третий ряд, он, в принципе, я не знаю. Это... Ну, если плохо себя ведут, там, взрослые или дети, как бы час помучиться.
Круто, вообще супер. Я первый раз слышу такое. Не, ну понимаешь, что это забавно. Машина 2 сантиметра разница. То есть относительно Octavia, она 4700, а Octavia 4670, 4675, что такое. Ну, то есть 2,5 сантиметра в длине. Понятно, что там, во-первых, ни на одном. И сюда, да? Ни на одном автомобиле с третьим рядом нету ИСОФИКСа. Вот. То есть детей туда не посадят маленькие. Друзья, ну, в общем, прокатились на Кодиаке. Кодиак у нас был 1.4 на полном приводе, 150 лошадей. И с коробкой, как я и подозревал, немного косяк. Косяк в том, что менеджеры говорят, что это 7-ступенчатый робот мокрый DSG. На самом деле, по прайсу это идет 6-ступенчатый робот DSG. Не, ну это на самом деле круче, потому что он больше момента переваривает. Сама тачка мне понравилась, динамика, как работает коробка, соответственно. Ходовка чуть-чуть жестковата, но это ВАК, у них у всех жестковатая подвеска. Блин, круто, круто. И самое прикольное, то, что сейчас цена, сейчас сборка идет российская, и цена упала примерно на 600 тысяч в максимальных комплектациях. А это значит, что мы можем купить за 2100 1.4 на DSG в максималке с подогревами, с вентиляцией сидений, со всей шляпой, короче. Вот. А самый прикол в том, что дизель на DSG стоит 1 700 000, но это будет чуть беднее комплектация средняя. То есть 1.4 2100 это стайл комплектация. А здесь будет уже, ну я не помню просто, как она там называется сейчас у нас. В общем, чуть беднее. Но 1 700 000, но дизель. А как тебе Шкода Кодиак? Ставь лайк, пиши комментарий. Если ты заядлый шкодовод и хочешь себе Кодиак, бери только дизель. Дизель — это все. А сейчас будем переходить в Кутузовский проспект. Погнали. Вон Кутузовский проспект. Там яблони с наливными яблочками. Ну, правда, зелеными еще. Но ничего, скоро поспею. Дядечка собирает яблочки. Так, нам сейчас надо перейти вон туда, к спортмастеру. И там нас ждет Audi Q7. Кто будет, короче, от Славянского бульвара отъезжать, тут можно за 35 рублей, не ждать автобус, уехать просто на тачке. Вдоль дороги стоят таксишки, которые по 35 рублей возят. Вот. Ну, вообще, я тут, короче, тачку одну нашел. Вот эту. Офигенная. Ну, судя по всему, это у нас... Да, это Альфа Ромео. Офигенно. Да, она офигенная. Вот такие тачки. Так. Сейчас должен приехать наш крейсер «Аврора», где-то вот оттуда. А пока вот так. Вот он, Кутузовский проспект, там вдалеке Москва Сити. А, членовозы едут. Сейчас мы их пропалим. Вон они, оп. А вон еще. О, вон они. Мой крейсер «Аврора» едет. Сейчас, вон там. За «Мерседесом». Сейчас поедем. Здрасте. Привет. А до дома не подкинете? На VIP-такси-то. Садись, бесплатно. Хорошо. Друзья, вот так круто я погулял в Москве. Подписывайтесь, ставьте лайки. С вами был канал «Про машины». И ждите вот ту Audi на канале скоро.